Всем привет! Сегодня нам привезли вкусняшки. И среди собачьих вкусняшек я нашла вот такую штучку. Так как читать я не умею, но там нарисована мышка, поэтому я решила, что это тарталетка для меня. Мой папа называет меня моя мышка. Значит, это для меня. Так, сейчас скрываем. Так, внутри я вижу много штучек. Вот таких вот запакованных. Это вот тарталетки. Только раньше я их ела с оливье. Отличная упаковка. И каждая запакована индивидуально. Вот такая красота. Специальные подставочки. Так. Очень классно пахнет. Семечки. Такая вкуснятина. Сейчас чтобы такие вкусные подарки делаю. Очень сладкая, очень сочная. На куски кукурузы почему-то не жуются. Угу, почему это? Я буду советовать всем. Со сладким чаем это вот просто вообще. Хотя она сама по себе сладкая. Поэтому ничего не нужно дополнительно. Можно и без сахара пить чай.